Цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. Использование современных финансовых инструментов экономики становится важным элементом социально-экономической системы стран Евразийского континента. Современные технологии меняют мир, и для обеспечения поступательного развития всех сфер общества необходимо идти в ногу со временем, модернизируя существующие и развивая новые технологии. 20 марта в штаб-квартире Евразийской организации экономического сотрудничества состоялась встреча экспертов ЕОЭС и представителей Института развития цифровой экономики и Международной научной школы устойчивого развития имени Кузнецова. Повесткой заседания стало создание Международного научно-экспертного совета по цифровой экономике. Утверждение концепции и создание данного МНЭС по цифровой экономике окажет положительное влияние на развитие общества и улучшение международного делового климата стран Евразии. Блокчейну предстоит стать одним из ключевых инструментов цифрового общества и бизнеса, который обеспечит необходимый уровень доверия, надежное удостоверение прав, безотзывность и неизменность записей при децентрализованном ведении реестров. Задачей Международного бюро экспертного сообщества по цифровой экономике является разработка методики оценки платформ блокчейн, криптовалют и ISO-проектов, а также других отраслей цифровой экономики. Объединение профессионалов в научно-экспертное сообщество позволит выработать единый, прозрачный и четкий научный подход для внедрения цифровой экономики в существующую социально-экономическую систему. Запуск пилотных проектов, анализ многочисленных научных исследований в области экономической теории свидетельствуют о необходимости пересмотра денежно-кредитных отношений и экономической политики в эпоху перехода к новому технологическому укладу. Поиск инструментов реализации цифровых активов с целью возрождения малых и средних предприятий Большой Евразии – одна из первоочередных задач, стоящих перед экспертами МНЭС. В заключение председатель правления ОНО «Институт развития цифровой экономики» Глеб Бахарев отметил: «Мы полагаем, что можно заложить основы Международного научно-экспертного совета цифровой экономики, который позволит разработать и внедрить методику экспертной оценки, экспертизы и реэкспертизы проектов во всех отраслях цифровой экономики. Приглашаем ученых и экспертов стран Евразийского экономического пространства присоединиться к работе».